себя может проявить Алексей Теслюк, но сегодня таких шансов пока случайно не дает. Снова атака гостей. Глебко сбрасывает на Алисейко. Можно и пробивать. Еще один удар. Вот такой момент мы уже видели. Ну что ж, посмотрим. Да, прямой удар Геннадия Близнюка. Выше ворот. Мяч проходит. Здесь Бабко обыгрывает соперника. Бамба! Гол! Забивает футбольный клуб Слуцк. Отличный розыгрыш мяча. Таким образом, 1-0. Ижаковский там пытался пробить поворотом, не получилось у него. Уже атака Слуцка хорошо перспективно развивается. Бабко вдвоем на одного защитника, на Данилова. Бамба, и классно играет здесь в отборе футболист Гомеля. В ноги Алексею Теслюку. Данилов, навес. И кто же пробьет поворотом? Геннадий Близнюк, табел. Вообще, конечно, интересная команда у Слуцка. И по рисунку игры, и по футболистам. Мелько, Бабко, Глебко, Глесько. Удар по воротам. И забивает гол Егор Зубович после этой нашей рифмованной комбинации соперников гомельчанов, чтобы как-то вернуться в игру. Теслюк. Удар Александра Данилова очень высоко, но это как такая заявка на то, что будем бороться. Убирая защитника, Бамба бьет поворотом, перекладина. Стал, судя по всему, рукой. Рвался к воротам активно сегодня Дмитрий Алисейко и заработал для своей команды пенальти. Форвард у мяча, удар поворотом, никаких вопросов, никаких проблем у арийца с реализацией пенальти не возникает. Квадраты разыгрывают игроки Слуцка между собой. Крайне издеваясь на гомельчанами, честно. Выглядит это вот так. Теслюк в борьбе все-таки отнимает мяч гомельчане. Пас налево. Данилов. Это Близнюк, прошу прощения. Навес штрафную. Можно замыкать. Максим Санец сделает счет 1-3. Есть гол престижа для гомельчан.